делаете на воде здесь? Какой целью находитесь? Вам запрещено здесь вести традиционный образ жизни. Вам определено орудие постановки лова согласно протоколу комиссии 300-400 метров от устья реки. Походим все. Ткачин, скажи, тут вообще просто война. Выкину, конечно. Деятельность незаконную. Представьтесь, пожалуйста. Пограничному наряду, представьтесь, я старший пограничного наряда. Представьте, я плавлею. Осуществляю деятельность по охране мужчин ресурсов. Вы сейчас в охотском море находитесь. Что вы делаете? Что, ты сетки наматываешь? Три или четыре лодки. Это наши сетки. Это ваша личная сеть? Здесь вот написано сейчас, на буе будет промаркирован. Представьтесь, пожалуйста, еще раз вам попрошу. На сетке написано, чья принадлежит. Это вы хозяином сетки являетесь? Там написано. Я вас прошу представиться еще раз. Предъявите, пожалуйста, документы. Вы находитесь на воде. Разрешение на выход у вас есть? Вы подавали уведомление? Данные тоже здесь. Граждане, на серой лодке два человека с сетями на борту. Спрашивают, плавать умеете? Я говорю, ты заедь туда, тебе там все законы покажешь. Я говорю, вот этого своего начальства. Что ты снимаешь? Ты иди к начальству, там разговаривай. Короче, засуньте ему телефон, а потом будем разговаривать. Давайте отпускайте, я вам говорю, сеть. Все, отпускайте сетку. Так, в это время там уже выбирают сетки. Наматывай. Не, нормально, не намотался.